И привет всем на канале Faro TV. Мы продолжаем Fallout 4, пустоши, силовая броня и все самое только интересное. Теперь мы будем помогать братству и минитменам соответственно. Мы сейчас направляемся на задание зачистку супермаркета. Потом мы идем искать сенсор. Потом мы идем сообщаем об успехе, разговариваем с Гаври. А потом вот аж идем в Somewhere Place, или как же там называлось? Нет. Вот это. Grey Garden. В общем, планы грандиозные. Думаю, мы здесь, ну, в этом видео, точнее, сильно задерживаться не будем. Поменял я арсенал. Тут наш сократился значительно список избранного оружия. Вот уже возьмем новый уровень. На навыки еще не знаю, что, какие навыки возьмем, такие планы я не прикидывал. Вот и супермаркет. Я не случайно с силовой броней, чтобы побольше можно было взять. На всякий случай. Так вот, да. А, ну вот уже случай. Топливо. Берем. Разберем потом. Вот что из него мы можем получить. Сталь и масса. Ну и замечательно, масса не помешает. Заходим в супермаркет. Масло в основном получается из пустых масленок. А это вот более объемно, как мне кажется, более удобно и эффективно будет. Ну, в целом. Вот, ну посмотрим, какие у нас тут будут гости, обороняющиеся в супермаркете. Так, робот. Неплохое начало. Гули валяются. Ammo, caps. Whatever you find, don't forget to share. Делиться с тобой, это серьезно? Корзинки я не беру, пока что не нужны вроде. Вроде труп. Провести зачистку, однозначно здесь кто-то будет. Вопрос только в том... А, гули или рейдеры, гули. Хотя этот наш там деловой говорил, мол, гули и мутанты, их будем чистить, все дела. 23 уровень, шикарно. Отдыхай. А теперь торговцы будут предлагать более низкие цены. Ну, заманчиво. Так, а что там лежит, кстати говоря? Я еще, кстати говоря, опять-таки выложил, не выбросил, выложил в сейф лазерное оружие многое. Как-то мне пока нет желания использовать. Вот, потом, может быть, будем. Не знаю, заверять не могу, уверять тоже. Я почему заговорил, вот увидел лазерный мушкет, вспомнил и сказал. Минитмен здесь у нас. Пал смертью храбрых, очевидно, сражаясь с гулями. Вот, ну... Что еще тут интересно есть или никак? А, есть. Ядерный блок, целых 4. Приятно, меня порадовали. Целых 4 ядерных блока. Прямо вот то, что нужно. Что, задание уже выполнено? Все? А, все. Не так быстро, да? Скажут мне гули.
Вот что значит прокачанное оружие, да, и в целом никаких особых проблем. А иначе мы тут, знаете, сейчас как загинались с этими несчастными гулями. Как оно, в принципе, и было изначально. Не пройдешь там в парке. Болото я отложил на потом, потому что с этими гулями там невозможно было просто пройти. Загрызали на раз-два. И пристрелить их было тяжело. Без ноги теперь. Вот, а это прям все удобно. Я вижу квантовый ядер кол, кажется. Шикарно. Эта девчушка больно разговорчивая. Чересчур. Я вам так скажу. Наглая, нахрапистая еще, судя по ее лексике и выражениям. Так, инфо. Проводим зачистку дальше, значит. Поспешил, да, знаю. Не знаю, зачем взял, наверное, чтобы разобрать потом. Кстати, а здесь-то что, ничего? А, вот, можно пройти. Это, думаю, странно. Дверь закрывать в коридор какой-то несчастный. Терминал, сейчас посмотрим. Химлабораторка, это все понятно. Сложный сейф, да ладно? Серьезно? Да, вижу. Серьезный сложный сейф. С не особо серьезным содержимым. Тебе это понравилось? Да еще бы. Уровень, что мы можем добавить, собственно говоря? Фанатик оружия не хватает, взлом замков не хватает. Хакер, очень сложный терминал, заманчиво. Наука модификации. Командос или больше боеприпасов, а не хватает. Кладоискатель, крышки. Ну, крышки, я не знаю, пока меня не особо волнуют. Оружейник, модификации брони. А давайте мы пока... харизму добавим. Пока я не передумал, я добавил харизму. Увы, покидаем броню ненадолго, чтобы терминал использовать, а то, видите ли, терминал только сидя надо использовать, стоя никак. Салли. Вынужден сообщить, что расстаться с Салли, потому что клиенты были недовольны. Кофеварка. Громкие щелчки издавала кофеварка. Не сможем переместить кофеварку. Чините свою кофеварку, ничего здесь особого. Но мы проверили, мало ли. Вдруг что-то могло бы и быть. Пошли дальше. Здорово! А, легендарный. Тогда я тебя быстро... с твоим другом разберу. Тебя тоже, не парься. Силовая рейдерская броня для левой руки. ОД восстанавливается быстрее. Шикарно. Сейчас поставим. Потом, точнее. При возможности поставим. И
виски, бурбон. Да гули явные гурманы тут. Ядерный блок. Забираем. Он больше никому не пригодится. Нам нужнее. Давайте покушаем. Прям вот аж вообще так, чтоб... Готовый завтрак. Наливные яблоки. Подкрепился наш герой. И снова готов идти в бой. Не так ли? Совершенно верно. Что-то не так, не брезгую, не бойся, мы разберемся. А кто кинул коктейль Молотова, я не понял. И что это, кто поджог устроил? Все, мы здесь зачистили, можно отсюда уходить. Чудесно. Отправляемся за сканером. Как только тут осмотримся. Что за подстава? Ты откуда взялся? Откуда ты вылез? Изи, говорит. Видел я твою изи. Джош какой-то. Короткий лазерный мушкет забираем. Батарейки ядерные забираем. Сундук. Тяжелый боевой карабин. Сейчас мы тебе его отдадим. Опять, видите, рифма. Там гуль, гуль, уйди от нас. Ты, Кейти, уйди, а гуля мы, да, все. Впереди сюда. Забавный момент был в самом деле, значит. Держи. Интересно, а сможешь ли ты с него стрелять, если сейчас тебе его вооружить? Как-то так. Не особо, но как-то так. В целом-то. Текс. Ну все, на выход. Думаю, мы тут многое смотрели, ничего не пропустили вроде бы. И подзачистили. А, не, вот уже не все. Неутомимый лазерный мушкет восстанавливает крит, восстанавливает ОД, окей. Ядерная батарея. Ну не блок. Чё там вы спрятали? Сахарные бомбы. Отличный тайник, ребят, в самом деле. Набрали хлама. Куда ж без него. Пора выходить. В больничку пойдем за сенсором. Вес у нас еще позволяет в больничке что-нибудь награбить. А, соответственно, что? В больничке это, понятное дело, медикаменты. Куда же без них? Телефончик нужен. Потом еще пробежим. Это мы, видимо, выходим. Через другой вход. Или через тот же. Но тем не менее, зачистка оказалась легкой, несложной. По мне так. Довольно весело. Сейчас еще будем грузиться в больничку, так что готовьтесь. Все самое. Только впереди. Да, это другой вход. Лежать.
Видите, как слушается. Снова мушкет. Да тут реально этих минитменов побили неплохо. Что они здесь сделали? А, ну может искали еду? Это было бы логично. Но если нет, то что они тогда могли делать? Даже не знаю. Терминал, наверное, откроет ворота. Я так подозреваю. Все правильно, удобно, чудесно. Летающий гуль был. А, тут рейдеры. Хотел тебе в лобешник. Вот получила в лобешник. А, у тебя патронов нет, а ты все равно берешь двухстволк. Умная, молодец, да. Я просто думал, у нее волшебным образом появятся патроны. Ну, рейдеры тут, я так предлагаю... Полагаю, бомжеватые. Мягко говоря, я сумму сейчас ничего у них не возьмем. Ну, посмотримся, может быть, какие-то там патрончики. Да, вот патрончики. Карабин я ваш не беру, не надо мне его. Оставят пусть себе. Теперь как там к вам наверх? Ага, вот здесь сейчас мы такие. Оба-на! Да, сейф. А, ну тогда еще может быть, но маловероятно, что что-то будет. Yes. А нет, хороший сейф, мне нравится. Кейт, это понравилось, это понятное дело. Так-с. Турелик хороший материал попадается. Ну и в целом, кажется, все. Да. Куда нам там двигать? А оно... Ага. Госпиталь. Давайте мы не будем ходить. Хотя, стоп. Сейчас... Госпиталь в какой стороне? Это в этой. Да? Да. Не, мы давайте так. Переместимся. Сразу, да и все. То будем сейчас бегать. Мощное оружие, креолятор ваш, да? Как-нибудь попробуем. Посмотрим, насколько он мощный и... Потом посмотрим, как его можно будет улучшить. Прицел там какой-нибудь может прикрутить, не знаю. Ночь. В очередной раз. Я вот наблюдаю. Вроде тихо. А вдруг так поворачиваешься, кто-то у тебя за спиной. Например, Кейт. Соответственно... Стоп, не зря я наблюдал.
институтский пистолетик меня не интересует. Синты здесь оказались, а я-то вот прям как почуял. Значит, куда нам тут? В больнице раздобыть сенсор потока. Тут что? Поговорить с половином Дансом. Да не буду я сейчас с ним разговаривать. Убери ты мне это. Да. А, значит, я все-таки правильно шел. Тут еще у нас супермутанты. Но мы их и ранее здесь зачищали. Быстрее. Руку успел. Мы уже здесь зачищали супермутантов. Мы как-то проходили. Потому что иначе бы у нас это место не было изучено. Собственно, давайте заходить. У нас 19 ядерных блоков, поэтому я и бегаю в силовой броне. Такой вот прям грозный, отчасти деловой. Больничка. Были ли мы тут, не были ли? Наверное, не были. Я так подозреваю. Кто-то нас преследует, что в натуре. Отдыхай. Нам тут сканер искать, ребята. Вы лучше бы не стояли на пути. В самом деле. Автоматик у кого-то, я там смотрю, есть. Да ты прям опасный. Валяли вам, да? Емкость с жидким азотом. Очень любопытно, куда можно будет применить, вдруг для какого-то задания. А может и нет. А может и да, узнаем. Кто-то ходит этажом ниже, мне кажется. Да-да-да-да-да, где-то здесь. Надо все прошерстить. И найти еще сканер. Thank you.
you bother with that? You opening a museum or something? Давайте глянем терминал. Got it. Вау, с первого раза. Управление замком. Вроде что-то мы сейчас откроем. По идее. Да? Или нет? Отсюда мы пришли. Наверное, эта дверь была закрыта. Боевой дробовик у нас есть. Это все хорошо, но где сканер? Ядерный мини-заряд, понятное дело. Ты с ним бегаешь. Камикадзе ты такой. Ну, вроде зачистили. Стоп, а эта дверь куда? Поспешил я, мы тут не зачистили. Там-то мы зачистили. А тут мы, ребят, не ждали. У вас прям много как-то. Хотя как, если бы еще те двое прибежали сюда, которые там на радаре, то было бы более-менее много. Не пойму, в какое направление идти. Это лифт? Да, лифт. Я просто хотел бы сам подняться. Да, мы здесь. Чуваки, сейчас все будет. Мы на лифт поехали. Вернее, на лифте. Да, вон, видите, мы едем вот куда нам нужно выше подняться. Да, может, и Stupid Super Mutant. Stupid Super Mutant. Really? А, вот здесь мы, наверное, не были. Ага. Да. Лови сюрприз. Ключ от театра. Заманчиво сходить в театр. Рели, в театр давайте сходим. Human. Got a treat for you.
Human, да, Human здесь. Вовремя я решил открыть прибой. Я не понял, куда там Кейт делась. У нас небольшой перевес. Нежданчик. Такое чувство, что по кругу хожу. Ну, такие есть. Или где-то сканер рядом, но я его не заметил. А, вот еще сюда мы не захотели. Не заходили. Хотел сказать, не захотели. Еще начал читать этот театр. В общем, чуть было... Не облажался. В театр теперь понятно, зачем мы ключ взяли. Это здесь, видимо, будет сканер. Я вот так часто уже за сканер говорю, просто хочется его реально найти. Супермутанты, я подумал, кто нас так сильно коцает. Громил уже серьезный. А вот отметка. Значит, мы совсем близко. Тяжелая броня супермутанта. Да, мы ее на себя можем. Заткнись. Тоже мне еще в трубы тут дудит. Обрадовались сразу. Кстати, стимуляторов мы нашли мало. Короткий инъекционный карабин. Можно в химлаборатории создать патроны. Ну, стимуляторов реально мало мы нашли. Я просто планировал сюда ранее, кажется, если я говорил, прийти, чтобы... Сенсор потока, вот он. Чтобы здесь взять что-то бесшумное, мощное. Возьмем... Чтобы здесь пофармиться, как это говорится, но... Блин, тут стимуляторов мало. Броню сейчас выкинем. Не знаю, зачем она нам в целом. Может быть, потом куда-то будет применение, не знаю. Даже не уверен, что найдется применение. Единственное, мы вот сейчас тут ерунду, извиняюсь за выражение, выкинем. Мушкеты ваши тяжелые.
Ужас. Так, а теперь броню возьму. Все, мушкет один выкинул, зато взял тяжелую броню супермутанта. Логика просто высший класс. Карабин тяжелее, чем броня. Представьте себе. Думаю, можно уходить, попутно еще что-то посмотрим, если так таковое найдется, но я в этом как-то сомневаюсь. Как будто здание не развалилось от наших прыжков. Так, теперь остается дело за малым. Пойдем поговорим с поселенцами, поговорим с Престоном Гаври, где-то он должен ходить, как бы он не обиделся на нас, что мы ему разрешили отдохнуть. Мы же теперь поменяли напарника, я его в Сенкчуари Сити, кажется, отправил, если не в замок, он должен был в Сенкчуари. Something on my mind. Поговорить. Тебе приспичило. Что случилось? I don't know. You tell me. After Tommy stuck me with you, I was expecting to hate your guts. Not only because you agreed to pick up my contract, but because I was waiting for you to order me around like hired help. Now so far, you've been treating me like a friend. Hell, you've been. Ничего тебе не нравится-то, Кейти. Now, I don't mean to sound ungrateful, but your kindness is starting to make me wonder if there's anything I learned in the combat zone. It was that nobody does things for other people without expecting something in return. You're comparing me to that riffraff? You don't even come close to the losers that pollute the place. I spent 3 years living at the combat zone. Smelled like puke and piss. But I called it home. I was making a few caps, had my own bed to sleep in, and 3 hot meals a day. Then the raiders took over the place. You know that lot. They aren't exactly what you'd call the gentle type. After they moved in, if you didn't keep looking over your shoulder, you were liable to get sucker punched or robbed. Or worse. Didn't take me long to learn that I had to put my hard-earned caps to good use. Buying friends was essential to making life easy. So, I guess I'm waiting for you to hand me a bill. You know what I mean? You don't owe me a thing. Now I'm having a real hard time believing that. I'll tell you what. Give me some time and I'll think of something I can do to repay you. I'm not a rich girl, but I'm sure we can agree on something. After all, what are friends for? Да, ну и сдвиги у тебя, Кейти. В самом деле. Намалола. По-другому не скажешь. Сообщаем об успехе. Country Crossing. Заодно проверим, что там у них и как. Может, что-то им не хватает. Там воды, защиты, не знаю. It's honest work. Торговец у нас тут. Чё продаёшь? Это охранник. Это доктор. Ты нам нужен, да. Doc Weathers is guaranteed to patch up any... Patch me up. Tell me your problems. Облачение у нас есть. Вернее, у нашего героя. Да, через силовую броню будет колоть. Обратите внимание. And that's that. Да, еще давай раны нам подлатай. Все, спасибо, док. Ты свободен. Все. Goodbye. Thank you very much. У
У нас тут маяк работает. Или нет? А, маяк не работает. Нет, работает. Странно. Он не включен. А, нужно электричество, все. Проводка у нас должна быть, по идее. А может и нет. Теперь работает. Нет. Теперь работает зеленый. I cleared that place out for you. Should be safe for your friends to move in now. Да. Крышки нам дали, сообщили мы. Сейчас мы еще вам тут сделаем защиту. Особо хороших спальных мест. Сейчас мы вон дом подлатаем, образно так говоря, слегка. Ну как-то так. Нам не сложно, нам не жалко, согласитесь. Вот и все. Будет он где спать. Сейчас мы вам... Еще один пришел, да? Турельку тогда поставим. Но мы же ресурсов набрали, вот он и разбирает. Он топливо, телефоны. Кто-то там воюет, сейчас надо идти смотреть. Резины нет. Печаль, беда. Еды у вас тут хватит. Окей. Кто где воюет, не пойму. У нас что впереди? А, неизвестно что. Сейчас тогда узнаем, что и кто. Источник сигнала помощи. Тренировочная площадка Национальной гвардии. Угу. Турельки. Понятно. Просто звуки знакомые для меня были, но... Вопрос интересный, кто тут обороняется и будет ли нас сейчас стрелять.
будет. Да иди ты. Докопался. Склад, оружейный склад. Очень сложный замок. От этого у меня очень большое желание туда попасть. Склад вот этот ваш. А, не все так просто. Хотя как, может быть там просто сейчас будет склад, а может это будет склад, где полным-полно всяких непонятных противников. Или понятных. Ух ты, ух ты, ух ты. Стой на месте, иначе мы взорвемся. Кристалл, о, кристалл вещь редкая, бывает. А ты нас типа не видишь? И, типа прострелить вот это нельзя, да? Что за подстава? Ты откуда взялся? Гранату ловите, а? Дверь закрою вам. Тоже мне наблюдатель. Создание брони. Оружейный. Боеприпасы неплохие, остальное меня не интересует. А, кстати, силовая броня, кажется, стоит какая-то. Вот на время ее Кейт возьмет. Потому что нам-то оставлять жалко, одевать некуда и все такое. Охотничий карабин у нас есть. Мы ей отдадим. Иди сюда. Возмущаешься там. Давай быстрее. Охотничий карабин. Лови. Лови. И это лови. Ну вот так. Потом заберу, учти. Чтоб не ныло. И не возмущалось. Декей. Не знаю, еще раз лучше. Не то тыкнул. Чаль беда. Швабру не хотите забрать? Бейсис, хэндс. Ворнс. Не подходит. Бывает, с легким терминалом возишься дольше, чем со сложным.
Готовься быть прибитым. Буль. Что у вас тут? Заряд плазмы замачиваю, да. Силовая броня Т-60. Неполным комплектом. What is it? Will do. Grab anything useful. I'm on it, Captain. Окей. Я хочу теперь насчет брони посмотреть. Ага. Понятно, не на этот костюм, в общем, мы броню можем улучшить, ну и не надо. Тогда. Оружейный, если глянуть. Натик оружия 3-го уровня и алюминия не хватает. Инъекционный. Давай длинный ствол. Пробка какая-то нужна. Прицел. Короткий ночной. Термооптические тели. Вот так действует ночной прицел. Ночью будем, видимо, его использовать. Этот карабин. Чё ты смотришь-то? Довольная, да? Броню дали. Ну, теперь давайте, наверное... Нет, не завершаемся. Мы пойдем к Престону Гаври. Стоп. А где ты? Не знаю тогда. Дикие гули. Куда там идти сейчас заранее? А, это далеко, это не спорю. Это далеко. Тогда Грей Гарден остается. Там Грей Гарден недалеко от Даймонд Сити должен быть. Между прочим. А потом вот пойдем... Завершим задание с братства. Ух ты, охранник. Уйдите от нас, а.
Не смей нас догонять, негодяй. Да, я в курсе, что ты взрываешься. Нет, ты должен был взорваться. Да. Поэтому не смей подходить. Неплохо нас ранил. Ядерные блоки зато забираем. Алюминий у него есть аж. Ну тогда не напрасно ты нас убеспокоил. Грей Гарден, мы идем. Грей Гарден, вас спасем. От гули или от кого-то там. А, нет, с Кембриджского участка, извиняюсь, не туда прикинул. Ну вот тогда рядом не пивоварня, а с RG Systems. Оттуда пройдем. Вот это хорошая пушка, прям вообще, если это пушка. Нет, это механизм. Поторопился, наверное. Такс, мы рядом, погнали. Скоро ядерный блок будем менять, но у нас их, кстати, 21 уже. Так что, no problem, или это у Кейт нужно будет менять. Разберемся. А нет, она вон бежит. Резво и шустро, синты. Давно не виделись. То двое, то трое. Небольшими отрядами прям так ходят. Трицы. А вот и Грей Гарден, кажется, да? Да. Вау, роботы. Неплохо устроились роботы здесь. Кукуруза у вас тут. Да вы молодцы, слушайте. Порадовали меня прям. Ну и какие у вас проблемы? Сад, понятно, только роботами. Людей нет? Вообще нет людей, окей. Два типа роботов. Техобслуживающие, и которые, соответственно, выращивают. И управляющие. Молодцы. I was in a vault. They put me in cryogenic freeze. Remarkable. I must say, darling, you seem very well preserved. Now, where was I? Robotics and artificial intelligence. Uh-huh. Perhaps you've noticed that I possess a rather... That's putting it mildly. Мне понятно. Well, it's definitely unique. Sort of hard to miss. I'll take that as a compliment. Uh-huh. After all, the last thing any woman wants to... Да давайте задание. Припасы у Грина, это понятно, а? Брауна работа. Pressure's down.
Radiation is up. Why, it's practically top. С твоей кожей, да. А камеру вы не можете мне перекрутить? Да. Да, что требуется для начала? Окей. Очистную станцию смотреть. Но это далековато. Давайте, может, в следующем видео туда отправимся. И тогда и завершим остальные задания. А пока что на этом все. Большое всем спасибо за просмотр. И мы обязательно продолжим.